То же самое, только сделать 360 на выходе, чтобы сделать в сумме 540. Давайте попробуем. Заявочка. Я делал один раз, в Инстаграме есть. Неплохо, неплохо. Это выглядело достаточно стильно. Короче, штука, ноги должны быть вместе, сейчас попробую. Как можно ближе, чтобы это... Для чего ноги вместе держать? Чтобы куртка лучше была и смотрелась лучше. Немножко раскрыла Вячеслава. Видели? Видели, как Вячеслава покрутила? О, ну неплохо. Корпус больше. Помогай плечами больше. Если присесть ниже, то оно будет лучше. Может, семерочку закрутишь? Это падение, переходящее в нижний брейк. Это тоже стиль, в принципе. Можете пользоваться. Вместе. Держите руки вместе и ноги вместе. Тогда вас не будет колыхать, как... лист на ветру. Голову не забывайте поворачивать. Вообще здесь самая крутая штука в том, что... Не самая крутая, самая правильная штука в том, чтобы ногой сделать замах. Она должна давать вращение вам. Нет, вращаешься корпусом. Когда ты вращаешься ногой... Да, ты должен прокрутиться, выкрутиться на одной ноге. В смысле только он. Всевозможные перекаты можно выучить сразу, как научиться падать правильно, потому что тело, оно приспособлено к тому, чтобы выживать. Это делается должно быстрее чуть. Да, нормально. Ой, голова кружится, мысли теряются.